На сцене оживают полотна Кандинского и Рене Магрита, поднимаются вопросы роли и предназначения женщины, воплощаются образы из записных книжек Марины Цветаевой. Организаторы вечера современного танца решили перешагнуть привычную границу восприятия этого искусства. Это такая сборная программа, в первую очередь, чтобы мы могли показать номера, которые мы не можем показать в других местах. То есть некоторые из них это такие фестивальные, которые не вписываются в обычные концерты и какие-то обычные мероприятия, и захотелось как-то найти возможность показать это в Сарове. Подготовка номеров для вечера не ограничивалась только танцевальными репетициями. Обсуждали смысл картин, характер героев будущей постановки и тот посыл, который должен уловить зритель. Хореографы называют этот процесс лабораторными работами с танцорами. Мы даже начали быть театром до того, как мы начали заниматься чем-то, что близко в эту сторону. Но в последнее время мне интересен вот физический театр, пластические вот эти все театральные вещи. И иногда мы что-то из этого тоже используем, поэтому мы не совсем коллектив в обычном смысле слова. Импровизация, сольные и коллективные выступления. С помощью разных форм танцоры показывали зрителю все стороны хореографии. От современного лирического джаза до физического театра. «Пандора» – так называлась сольная композиция, которую исполнила на вечере Анна Васляева. Первая часть номера, до того, как я открываю чемодан, я полна, я не знаю, всяких ярких впечатлений, вообще даже, может, небольшим волнением. Но когда я открываю сам чемодан, я вижу, что там разные пороки людей. В вечере современного искусства в художественной галерее приняли участие старшая группа школы танцев «Аврора» и разные составы театра танца «Кислород». Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.